Так, ребят, всем доброго времени суток. Продолжаем наше путешествие Москва-Магадан. Кто помнит, в прошлый раз мы остановились вот здесь, вот. Река Хар-Лахта. Это город Байкальск. Кто не помнит предыдущее видео, не смотрел, посмотрите. Там мы доехали уже до Байкала. И теперь уже движемся дальше. Всем желаю приятного просмотра. Кто не подписан, напоминаю, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем приятного просмотра. Также не забываем про тайм-коды, про плейлист на канале. Это тоже. Вот такая вот какая-то стела с ракетой. Как видно. Движемся в направлении уже Улан-Удэ, Республики Бурятия. Не знаю, доедем ли мы сегодня до границы, но предварительно, я думаю, должны доехать, как бы там она недалеко относительно. Вот еще одна река Солзан. Она также впадает в озеро Байкал. Озеро Байкал у нас вон в той стороне. Вон оно, видно, круточек. Вот, но мы еще неоднократно будем к нему подходить. Так что... Так что еще увидим. Так, вот кто-то... А, нет, никого. Это карту перекинула. Тут кто-то было. А вот, вот так вот. Он идут. А, по факту сейчас тут никого нету. Проезжаем под мостом. Карта на этот раз уже посвежее гораздо. Мы в 21-м году находимся. Вчера мы из нее выехали. А до этого, по-моему, мы ехали еще даже в 13-м году. Ну, там она меняется, походу. По ходу всей карты, поэтому я как бы на это внимание особо не заостряю. Так, Байкальск. Выехали мы из города достаточно быстро, но мы как бы в него и не заезжали. Так, Чита 955, Улан-Удэ 299, Бабушкин 127. Ну, до Читы пока еще далековато. А вот, да, Улан-Удэ это ближайшее, что нас интересует. Наверное, на данный момент. Так, все, сейчас, ребят, секундочку одну, погодите. Блин, записываю просто видео в таком очень срочном порядке, потому что вчера вот не получилось это сделать. Сегодня приходится записывать. И сегодня же это видео выйдет. Поэтому смотрите. Сегодня вечером ролик будет. Дачи. Вот такая вот остановка. Ну, достаточно такая прям неплохая. Хотя, знаете, вот зачем вот здесь делать скамейку? Объясните мне. Если тут ничего не видно, все маршруты идут оттуда. Если ты стоишь здесь и ждешь его отсюда. Зачем вот здесь ставить скамейку? В чем смысл? В чем смысл-то? Облака такие висят. Так, еще одна табличка. Толзан. Поселок. Или что это? Наверное, поселок какой-то.
Вон огородик. Вот, пожалуйста. Блин, только не перекидывай меня, пожалуйста, обратно на 13-й год карту. Очень не хочу этого. Давайте я даже вот так вот сделаю, чтобы он меня чуть-чуть... Нет, все равно он меня перекидывает. Ах ты, скотина. Ну ладно. Чё ж. Ну, вот такие огородики, домики. Неподалеку от Байкала. Как бы... Да, вот так вот. Опять перекинул меня в 13-й год, но ничего. Так, уезжаем мы из этого поселка. И едем уже дальше. Впереди нас ожидает государственная граница, которую, я думаю, мы должны преодолеть в ближайшее время. Так, вот опять меня кинуло нормальный. Река Березовая Осиновка. А, нет, не Березовая. Река Большая Осиновка. Ну, вот она сейчас вот так вот выглядит. Пересохшая. Но я так полагаю, во время разлива, да, она увеличивается. И вот это все русло заполняется. Течет. И она вон в том направлении, ну, в сторону Дона, хотел сказать, в сторону Дона, в сторону Байкала. Да. Течет она в сторону Байкала и... Ну, я как уже говорил в прошлом видео, они все реки в основном впадают в Байкал. А вытекает только, по-моему, одна река Ангара. Река Малая Осиновка. Вот так выглядит Малая Осиновка. Блин. Ну да. Ну то же самое, в принципе. Нету снега, поэтому... И нету дождей. А, во времена половодья, конечно, она бывает больше. Вот снова Байкал. Видим, но мы его постоянно так будем периодически видеть за деревьями. Блин, вот тут опасно, такие вот эти горы. Не горы, а эти, вы поняли. Нагорье такое. Зимой, кстати, очень часто могут быть обвалы, да и оползни. Да и не только зимой. Ну тут даже видите специальные вот эти вот сетки, что это вот так вот делают. Хотя нет, сетки только вот сюда вот. Но, возможно, есть вероятность, что все-таки вот это вот может сдержать какой-то поток этих ущелья. Ущелье вот тут, что ли, ущелье или что это? Не знаю, ну, есть вероятность, что вот опять, смотрите. Видите, сколько вот этих вот сеток сделано? Это для того, чтобы сдержать вот эти всякие зимой снега. А сейчас, соответственно, вот эти вот камнепады на дорогу, чтобы не выходили. Вот еще так, ущелье. А что ущелье? Река ущелье или что ущелье? Непонятно.
Вот. Ну и вот, собственно, сам Байкал. Так вот выглядит. Тут немножко меня замыли на все. Ну, вот так вот, чтобы было лучше видно. Вот на береговая линия пошла. И это все озеро. Огромнейшее озеро Байкал. Так, едем дальше. Вот еще ущелье. Что за ущелье, непонятно. Там опять же было озеро. Озеро, вот оно, дальше идет. Мы едем, так сказать, по береговой линии. Ну вот оно, дальше озеро пошло. По береговой линии вдоль озера, вдоль крупнейшего озера в мире. А поэтому, кто еще не побывал тут, вживую, опять же, да? Ну, можете хотя бы так, пока хотя бы так посмотреть. Вот поезда. Поезда вообще прям ходят, смотрите. Едут прям рядом с берегом. То есть, если вы едете на этом, на поезде, да, куда-нибудь на Дальний Восток, то обязательно попадете на Байкал. Увидите его прям вблизи. Самое главное, чтобы места были подходящие. Хотя, знаете, в теории, если так разобраться, вот поезд-то едет в ту сторону, а если вы едете в сторону Дальнего Востока, получается, вход-то обычно поездов с этой стороны, а там уже в купейные или места, если вы в купе едете, да? Но если даже вы не в купе едете, плацкарт, точнее, если даже получите, как бы вам объяснить-то? Ну, в общем, Байкал вы все увидите, потому что окна будут выходить у вас в ту сторону. Так что, это в любом случае, даже не обсуждается. Так, ручей. Обычный ручей. Вот он, этот ручеек. Вот так. А если вы оттуда едете, то только если окна, только уже в купе не увидите, а увидите только если вы будете выходить из него, и окна будут в коридоре поезда. Ну, это так. Вот еще один ручей, водоохранная зона. Еще был один ручеек. Так, а мы где? Мы вообще до границы-то сегодня планируем доехать. Да, где-то мы тут неподалеку. Нет, пока вот не видно никакой границы с другим регионом. Так что пока вот так едем. Ну, я не буду сильно, как бы, опять акцентировать на озеро, как бы вы его видели. Ну, периодически будем вот так вот смотреть, сравнивать. Вообще класс. Нам еще по нему долго ехать.
Напоминаю, мы пока еще находимся в Иркутской области. Вот. Но в ближайшее время планируем пересечь границу. Так что смотрите и не пропустите. Так, ручей Шанхай. Ручей Шанхай. Ага. А, это поворот нам показывают. Мы опять же в каком-то горном серпантине. Не вот эти горы. О, а тут что-то вообще, смотрите, стена такая. Я так полагаю, здесь многие останавливаются и делают свой автограф. Или что это? Влада. Владимир. Да, вот, смотрите. Даты ставят Саша. Кто там? Мошаки, Воронеж, Благовещенск. Видите, сколько тут всего? Да. Да. Тут вот, вот стена, у которой часто останавливаются, так сказать, стена. Стена с историей, наверное, так назвать ее. Видите? Вот так вот она выглядит. Пожалуйста. Вот такая вот стена. Блин, у меня кабель гавкает наверху. Не знаю, слышно вам или нет. Но уже давно гавкает. Может, его хозяева забыли, уехали, а его оставили. А ему в туалет надо. Я так предполагаю. Вот он и гавкает. Так, река Мурина. Река Мурина. Но это уже такая крупная речка, прям. Прям, ну да, достаточно крупная. Угу. Так. Да, река Мурина была. Так, и Мурино 2,6 километра. Ну, прямо на побережье фактически. Да, на побережье, ну, практически на побережье Байкала. Там рядом будет. А, оно. Так, вот еще табличка большая такая. А, тут мы не проедем. Не посмотрим, тут она сделана. А вот так можем увидеть. А, так. 168 по 182 километр. Режим пути, скорость держи. Ну, плохо написано. Ладно, не будем читать. В принципе, не так особо интересно, я думаю. Так, давайте посмотрим, где мы есть.
Скоро же мы доедем до границы. Да, скоро мы доедем до границы. Сейчас мы немножко отделяемся от озера, то есть чуть-чуть южнее. Но потом опять мы к нему еще приблизимся. Так что, как бы, с озером мы еще пока не прощаемся. Это так временно пока. Но с озером пока мы не прощаемся. Так, вот она табличка. Чуть-чуть поближе. Вот. Бабушкин 106, Улан-Удэ 276 и Чита 935 километров. До Читы еще нам далековато. Ну, как бы, смотрите сами. До Иркутска, помню, тоже было порядка 1000 километров, да? Все-таки доехали. У меня когда-то до Красноярска ехали, а мы еще ехали даже в этом, в Новосибирск, не доехали до Новосибирска, а табличка показывала до Красноярска порядка, ты прям первая табличка, я помню, было написано, по-моему, 1700, что ли, километров до Красноярска, да? Когда это было, ребят? Но это было уже давно относительно, поэтому что нам стоит вот эти вот 900 35 километров, даже уже меньше, я так надеюсь. Хотя табличкам доверять не стоит. Проехать, да? Они могут обманывать. Еще один ручей. Так, река Паньковка. Река Паньковка, да. Река Паньковка. Так, Улан-Удэ прямо. Ну, это понятно. Улан-Удэ, Паньковка. Ну, Паньковку нам не надо. Это туда, в сторону Байкала. Мы едем дальше прямо. Вот такие вот березки у нас стоят уже. Вот так вот. Ну, тут еще более-менее нормально. Тут более-менее нормально. Там какие-то поля. Что там? В этой части более темновато. Вон такой густой-густой лес. Но если мы туда пойдем, мы, я думаю, мы не заблудимся. Потому что вон уже, опять же, поля. Но там еще есть лес идет. Но там уже, если туда идти, то в сторону Байкала выйти можно. Вполне. Поэтому заблудиться здесь у нас не получится. Да, вот, вот оно уже, озеро идет. Видите, да? То есть, а тут вот такой лес. Там уже выйдем именно в деревне Паньковка. Паньковка вторая, там станция. И... А если мы в обратную сторону пойдем, там да, там мы никуда не выйдем. Ну, может, куда-то и выйдем, но это будет прям совсем не скоро, честно скажу. Там можно заблудиться спокойно. Хотя вначале казалось, что тут как бы более светло, а тут темно. А в итоге вот чуть проехали, видите сами, как насколько там темно. Река Большая Мангилы. Река Большая Мангилы. Вот так вот. Вот такое название. Интересное.
Вот. Ну, речка такая не маленькая, кстати говоря. Вон горы, вон облака видно. И вон туда, вон в сторону Дона. Ой, что же я все время Доном называю? В сторону Байкала. Да, в сторону Байкала, ребят. Больше ста рек впадает в Байкал. А вот вытекает только одна Ангара из него. Так, едем мы, подъезжаем. Сейчас будет граница буквально вот каких-то сотнях метров. Где-то тут она должна быть. Но пока река Малая Мангали. Мангилы. Малые Мангилы. Река Малые Мангилы, да. Вот тут вот тоже идет. Течет в сторону Байкала. Так. Так, табличка. Это пока не граница, но уже Новоснежная. Ну, это больше напоминает станцию Новоснежная, да? Да нет, поселок какой-то. Ну и, соответственно, наверное, где-то тут станция проходится. Проходит. Так. Так, где мы опять есть? А, ну мы фактически уже приблизились. Фактически мы уже приблизились к границе. Ох, блин, вот тут меня выкинуло опять. Ну что так несправедливо? Ну ладно, что ж, поедем так. Поедем так, что сделаешь? Вот тут какие-то березы. Июль. Июль. То есть должны быть листья уже даже здесь. Ну вот они, листья есть на полосе. Как бы даже здесь, хотя здесь холодно. Ну, это не, даже не июнь там, да. Может, я подумал сначала июнь, там начало июня, а тут еще, как бы, может, листьев нету. Но это уже июль, а листьев нету. Значит, мертвые березы. Тут тоже есть мертвые березы. Ну, к сожалению, вот так вот. Ну, видите сами, что происходит. Вот такие линии электропередач идут. Достаточно давно уже. Вот такие вот мертвые березы у нас с вами. Ну, здесь все в порядке. Так, приближаемся мы. Вот заправочка. Приближаемся мы уже.
Так, ну это теплые озера в той стороне поселки. Вот. Так, вот, перекинула нас на нормальную карту. Ну, более такую современную. А значит, что? Значит, у нас скоро будет... А, что, мы уже в Республике Бурятия? Ну, граница вот сейчас будет по реке проходить. Вот здесь вот. Река Снежная, да. Вот она, вот река Снежная. Вот так она вот выглядит. И, кстати, видно, что полноводная речка-то достаточно такая прям крупная. Река. Ну, не маленькая. Прям-то таки большая, большая речка. Река Снежная, да. И вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Так. Республика Бурятия. Вот такая вот стела. Вот так она выглядит. И вот она, карта Республики Бурятия показывает нам. Вот такая Республика Бурятия. Да. Буряат Республика. Ну, не знаю, на бурятском это написано. По-моему, если кто из Бурятии, извиняюсь, что неправильно как-то перевел или назвал. Буряат. Может, как-то по-другому читается. Не знаю. Навстречу столетию республики. В 2021 году. Вот такая вот стела у нас есть. Так, ну давайте я, наверное, все-таки чуть-чуть вернусь. Еще вам не показал. Хотя мы ее видели уже в прошлый раз. Но вот в этой стороне вот так выглядит Иркутская область. Вот такая вот стела. Иркутская область. Вот как-то так, ребят. Так, все. Едем опять дальше. Это мы уже видели. Еще раз покажу. Вот так вот. Все. Проехали мы границу с Иркутской областью, и мы находимся в Республике Бурятия. Теперь уже едем по ней. Кафе «Вкусное». Практически на границе находится у нас. Выдрино. Это было Выдрино. Поселок или что это? Село. Село, наверное, Выдрино. Все, мы переехали в Бурятию. Добрались до Бурятии уже. И скоро уже будем подъезжать к городу Улан-Удэ, к столице региона. Вот люди на велосипедах. На велосипедах едут. Ну а почему бы нет? Почему бы нет? Так, какой-то поселок. Толбазиха. Толбазиха, да. Деревня, скорее всего. Деревня Толбазиха. Вот так вот она выглядит. Обычная простая деревушка. Точнее, не знаю, это дача, наверное. Какой-то дачный поселок. Ну, не знаю. Река Толба
Толбожиха, а не толбозиха. Толбожиха, да. Толба... А, нет. Тут написано толбозиха, а здесь толбожиха. Да. Вот почему-то разные названия. Так, напоминаю, кто не подписан, еще раз подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем спасибо, кто подписался на канал. Огромнейшее спасибо. Вот, благодарен. Ну, а мы продолжаем дальше. Так. Вот охранная зона. Ну, немного мы опять же так от какой-то ручей. Да, скорее всего, да, опять ручей. Очередной ручей. Ну, тут болото. Да, тут болото видно. Такая болотистая местность. Ну, тут еще пока деревья не совсем мертвые. Но есть все предпосылки к этому. Река Осиновка. Ну, вот так вот выглядит река Осиновка. Ну и здесь то же самое. Ладно, все, поехали дальше. Помните, как было в программе? Раньше выходила программа, называлась «Сам себе режиссер» еще в 90-х, она в начале нулевых. Ну, когда еще не было YouTube, там и других таких соцсетей, куда можно было бы выкладывать свои ролики, да? Сейчас, ребят, небольшое отступление. Вот. И люди, соответственно, снимали, присылали кассеты свои с записями на телепередачу. А там вот эти вот смешные моменты, которые люди записали и показывали в программе «Сам себе режиссер». И там ведущий еще говорил, когда, ну, в начале как бы несколько роликов сам прошло, он показал. А потом опять выходил и говорил: «Ну что, поехали дальше». Вот. Вот это я никогда не забуду, эту фразу его. Так что и тут. Поехали, ну что, поехали дальше. Далеко мы уже забрались, как бы, но можем забраться еще дальше с вами. Это не предел, далеко не предел. Так что... Река Большой Мамай. Река еще много будет интересных названий рек, поселков. Все это мы с вами зафиксируем и увидим. Вот он, река Большой Мамай. Большой, правильно? Я написал. Да, Большой Мамай. Значит, где-то впереди должен быть река Малый Мамай. Ну, это я так думаю, я не знаю. Я как бы не смотрел карту, честно скажу. Я просто примерно предполагаю. Так, это что такое? А, это какой-то дом. База отдыха. Сердце Мамая. База отдыха. Вот, пожалуйста.
Только это типа только строится, да? И что? Давайте я перемещусь. А, тут видите, ничего нету. Это, видимо, только строится. Вот сейчас, может быть, она уже и есть, но на тот момент вот так вот выглядело все. На тот момент вот так вот все выглядело. Вон там опять озеро вдалеке. Мы его видим чуть-чуть. Да, еще одна какая-то речка. Нет, это не речка, по-моему. А, река Малый Мамай. Ну, блин, ну я же говорил. Где она тут? Вон там, наверное. А, подождите, нам вот сюда. Да, река Малый Мамай. Ну, блин. Ну, я же говорил, если есть большой, значит есть и малый. Это прям, ну, процентов 70, даже 80, что будет именно так. Ну, это очевидно. Это было очевидно. Блин, такое ясное, чистое небо. Прям. Ехать приятно. Это по такой трассе-то. Блин, а вот тут уже прям вообще. А вон это, вон машинки есть. И вон есть. Но маловато, маловато. Тут уже машин, тут прям. Так, еще какая-то речка. А, просто ручей. Обычный ручей. Но я так полагаю, вода в нем должна быть чистая. В этом ручье. То есть ее можно пить. Но опять же, пить-то можно любую, в принципе. Вот, даже, в принципе, ну это не совсем прям из любой, там, какое-нибудь болото явно вы пить не будете. А вот из рек, вот этих вот, пожалуйста, пить можно. Но рекомендую, если куда-то ехать в путешествие, да, там, если вы путешествуете. Но если вы на машине, то вам как бы это не надо. Вы вон доехали до ближайшего поселка. Там. И пожалуйста. А если вы путешествуете, например, так вот. Ну, скажем, на велосипеде. То лучше брать какой-нибудь с собой специальный небольшой фильтр. Набрали воду. Соответственно, ее через фильтр прогнали. Если вы, конечно, хотите попить сырой воды, холодной. Так, сейчас немножко меня опять заглючил интернет. Так. Так, ребят, сейчас одну секунду буквально. Буквально одну секунду. Так, интернет вроде появился. В чем причина? Во, все. Сняли ограничения, поехали дальше. Немножко мы... Так, опять ручей. Здесь какой-то конфуз. Конфуз произошел, но я думаю... Вот еще один ручей. Миллион ручьев. Тут, конечно, мы и на них не будем уже внимание заострять. Это все прям... Уже так. А, что я хотел сказать? Я говорю, если вы едете на велосипеде, ему необходимо брать с собой какой-нибудь фильтр такой, специальный такой небольшой фильтр. Пожалуйста.
чтобы попить воды, если вы, например, у вас закончились запасы, да, или же вы просто не хотите тратить деньги на и покупать ее в магазине, эту воду. Река выдренная, да и даже если на машине едете, вот, по-моему, старый мост был. Сейчас поставили вот этот новый. Вот так вот выглядит. Вон еще один будет потом. Это, наверное, железнодорожный мост. Даже если вы тоже не хотите, например, тратить деньги на воду, покупать ее, можете использовать воду из рек. Но опять же, не рекомендую ее пить в таком виде. Хотя бы прогнать через фильтр. Вот. Ну а так, конечно, прокипятить. Если вы прокипятите, никаких бактерий в ней уже вредных не будет. Ну, это если вы там чай или кофе хотите себе сделать, то пожалуйста. А так, в сыром виде только желательно использовать фильтр. Не рекомендуется пить ее. Ну, вот это понятно, воду вы пить не будете. Это вообще уже, это даже не река, это какое-то болото. Тут я не знаю, ну... Даже деревья от нее умирают, а люди тем более. Так, кабель опять меня брешет, но не мой кабель, а кабель наверху он. Ну вот тут прям дорога совсем вот, ну, вот вон где-то машина есть. Здесь вообще нету ничего. Машины прям очень-очень редкие. Вот пролетела одна. Так, очередная речка. Река Осиновка. Водоохранная зона. И прямо ЖД мост тоже рядышком находится. Вот река Осиновка. Да, вот люди отдыхают что-то здесь. Ну, в целом, я смотрю, прям машин очень мало. То есть это такая дорога. Мы вот уже отъехали от Байкала. Хотя Байкал тут он рядом, да, но от его центра, так сказать, притяжения начинаем отъезжать. И людей здесь уже машин становится очень мало. То есть. Там мы ехали, когда было гораздо больше. Ну, даже несмотря на то, что вот такая была зона, да, но машин все равно очень много проезжало. Здесь как бы гораздо меньше стало ездить. Я имею в виду там, это где-нибудь так, Кедровая. Это, наверное, станция Кедровая, да? Вот. Это не станция, это поселок, село Кедровое. Ну и, соответственно, станция тоже там. Ну вот, сейчас чуть-чуть поехали машинки.
Сегодня постараюсь не делать длинное видео. Река Куркавка или Курковка. Вот как правильно напишите в комментариях. Вот она тут где-то протекает, но опять же не очень она большая. Так что, ну, зимой, возможно, точнее весной в половодье она, скорее всего, да, увеличивается. Ее объем. Ну, вот сейчас, когда лето, ну, лето на карте. Ну, скоро и у нас будет лето, уже все-таки 2 апреля. Весна. Но опять же, весна-то весна, ну, все зависит от того, в каком регионе вы проживаете, да. Где-то весна, где-то уже практически чуть ли не лето. Река Аносовка. Аносовка. Буквы П не хватает, да, еще, ребят. И прям будет название вообще. Такая вот речка. Вот. А где-то как бы уже такое нормальная весна. Где-то уже практически чуть ли не лето. Но где-то... А где-то еще зима. Лежит снег. Поэтому у нас все регионы разные. И погода везде разная практически. Но скоро уже весна не за горами. Даже в тех регионах, где ее пока еще не ждут, я думаю, она наступит рано или поздно. Так, ну-ка. Вот тут такой асфальт, вы заметили, наверное, положили. Новый. Сейчас только что карту хотели поменять меня. Но там прям вообще печальная карта, как видели. Погода была не очень. Здесь прям погодка гораздо лучше. Так, что это у нас? Байкальский заповедник. Эколого-туристический комплекс. Омулевый или Омулевый. Байкальский заповедник, да. Где-то он в той стороне, если ехать. Ну а у нас очередная речка. Очередная река Дулиха. Река Дулиха. Ух, такая прям красная река. Или так отражается просто. Ну прям красная речка. Так. Блин. Да, вот сейчас мы тут едем, и прям нам поселки вообще не попадают. Они есть вон там где-то вот показывают, но на трассе прям их нету. Прям совсем нету. На трассе их прям совсем. Зато куча рек. Вот еще одна река Селенгушка. Река Селенгушка. Да, тоже небольшая, возможно. Да, небольшая такая речка. Где-то она вот тут вот
Вот тут вот она протекает, да, и в сторону Байкала. Все реки впадают в Байкал. Вот эти, между прочим. Вот такой вот Байкал у нас. Я думаю, сейчас мы, наверное, посмотрим, где нам остановиться. Ну, пока вот ничего нету такого здесь интересного. Пока вот просто вот едем. Вот очередная речка. Еще не знаю уже какая по счету. Шестипалиха. Река Шестипалиха, да. Вот она течет. Сейчас давайте глянем. Блин, еще одна речка. А, погодите, это мы тут. А, вот еще одна река Шестипалиха. Вот. Вот она, Шестипалиха. Почему? Типа, и типа двойная такая, да? Ну ладно, допустим. Ладно. Блин, меня этот кабель уже раздражает, честно сказать. Так, чуть-чуть приблизимся. Река. Река Осиновка, что ли? По-моему, уже была такая река. Река Осиновка. Ну, была уж такая река, ребят. Была. Чё вы? Название пишите. Вот река Осиновка. Пишите название, но они уже были повторяющиеся. Ну, хотя деревья. В чем я удивляюсь? Анхой. Поселок или что это? Танхой. Танхой, да. Поселок Танхой. Так, ребят, ну что, может быть, мы сейчас здесь остановимся. Ну, мы чуть-чуть проедем, конечно. Вот. Ну, здесь мы, наверное, остановимся с вами в этом поселке. Ну, может быть, даже выйдем из него. Я не знаю. И уже в следующей серии продолжим. Так. Кафе новое какое-то там дальше есть. Вот, может, у него временно закрыто написано. Ну, поселок, вот он. Прямо на Байкале. Прямо на Байкале. Вышел и, пожалуйста, вон тебе Байкал. Совсем прям рядышком. Так, тут у нас произошло такое сдвоение. Вот он, Байкальский заповедник, центральная усадьба. В общем, в ту сторону пошло. Байкальский заповедник. Да, вот он показывает на карте, но туда мы не поедем к нему. Так, люди сидят. Красят вот этот забор, я так полагаю. Да. Так, ну давайте-ка мы сейчас доедем, чуть-чуть проедем. Там будет поворот. И на этом повороте будем уже останавливаться. Ну не на этом, а вон там следующий. Станция Танхой.
ЖД вокзал. Вот. Ух, такой домик деревянненький. А тут все такое прям полуразрушено, но вроде пока все еще функционирует. Ну, по крайней мере, на момент записи вот этого видео. Река Безголовка. Река Безголовка. Так. Вот это вот что у нас, я не знаю. Какой-то ЖД вокзал. Не вот это ли вот ЖД вокзал здание? Но это какой-то, скорее всего, больше напоминает бывший завод. Да, возможно. Так, ребят, ну давайте вот тут вот мы остановимся все-таки. Вот в этом вот месте. Не будем дальше ехать. Вот у этой заброшки. Танхой. По-моему, Танхой было название города. Он, да, поселка, точнее, Танхой. Вот район ЖД вокзала, хотя я тут очень не могу понять, где тут ЖД вокзал у нас находится. Все, увидимся в следующей серии. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, и предыдущие посмотрите, и следующие. Подпишитесь, кто не подписан, поставьте хороший жирнющий лайк, напишите интересный комментарий. Все, увидимся в следующей серии, не прощаемся с вами, всем удачи и всем пока.